Добрый день, дорогие рукодельницы. Сегодня хочу вам показать свои покупки с Алиэкспресс. Что я заказала для рукоделия? Вот такие вот ободочки я заказывала. Они обшиты атласной тканью. Очень красивые пластмассовые ободочки. Хочу из них сделать красивые ободки. 1 сантиметр. Белые ободки. Там разных цветов есть, по-моему, 28 видов. Вот я вам ссылку оставлю, заходите, посмотрите. 5 штук стоит 87 рублей. Еще я заказала вот такие вот серединки. Один сантиметр, 100 штук. Вот они прям переливаются, красивые. Может, на видео не видно, но они прям блестят красиво. 100 штук стоит 60 рублей. Я думаю, недорого. Заказала вот такие вот цветы. Я их долго ждала, они шли где-то 2 месяца. Тут 144 штуки, по 12 штук. И сколько тут есть? 12 литров, по 12 штук. Цвета все такие красивые, нежные. Мне они очень понравились. И стоит недорого, где-то 131 рубль, 144 штуки. 2,5 сантиметра. Вот еще материал какой-то красивый, горош. Буду из них делать бантики красивые, ободки. Это мой первый заказ с Алиэкспресс. Буду заказывать еще. Все покупки мои с разных продавцов. Я вам ссылку оставлю. Посмотрите, заходите. Может, кому понравится, закажете. Вот такие красивые цветочки. Такие красивые, нежные. Мне очень понравились. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. Всем пока!